Привет, это с вами Бордо-Тазовая мастерская Sky Jumper Cushion. Я Владислав Драганов, хочу вам представить новую модель нашего кахона. Который вы уже видели раньше, это у нас ТАПа использовалась, вот. Но эта модель отличается от других кахонов, сейчас покажу вам чем. Это разборной кахон, так он выглядит в собранном состоянии, в тревел состоянии. То есть все его детали, крышки, боковинки, дно, все спрятано внутри. Если посмотреть, вот здесь вот все там внутри сложено и держится. То есть в таком состоянии его можно перевозить, переносить, перелетать, перебегать вообще в разные места, репетиции, концертов и так далее. То есть очень хорошо подойдет для музыкантов, которые занимаются какими-то поездками, частными репетициями, переход, переезд с репетиционной базы. Вот. И сейчас я покажу, как он разбирается, как собирается. Вот, как звучит. В общем, поехали.